Дорогие друзья, сегодня с вами снова канал Игроман. Сегодня снимаем уже Battle Simulator. Закончили уже серьезного Сэма проходить. Всем привет. Вот, всем привет. Передает вам сын. Всем спасибо, кто на нас подписывается. Кто колокольчик ставит. Вот сейчас будем баловаться в Battle Simulator. Бегалка, бродилка. Так, у нас там вообще что и кто? Так, с вилами, с мечами, с щитами. И непонятно кто. А так, это дубиносы. Что вам поставить-то? Дубиносец. Это 2,5. Мы попробуем задействовать. Ага. Ну давайте. А, ни хрена, прыгаем. Григорий, я знаю, чтобы не погасла. Ой, какие ж вы косые. Раздолбили нас. Пух. О, вообще там чья-то голова улетела. Понятно, спасибо. Если что, заходите в гости. Понял, убираем. Это нам не надо. Так, что у нас тут? Это что у нас? Салюты какие-то? Это что? Классно. Вообще что? 1000. Так, это будет явно долго. Так, а, вот салют. Тут у нас рекены. Мы попробуем вот так вам сделать. Так. 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 И сзади. Ой. Попробуем на прикрытие просто поработать. Если они не отвлекутся, попробуем. Должно прокатить. Так, отлично. Еще помогает. Зашибись. Прыгунок. О, да. Вообще отлично. Да. Ясно. Не помогло. Так. А если двоих поставить? Вдвоем они хорошо раскидывают. И одного мага. Ой, вдвоем один он хорошо раскидывает. Ну что вы хотите сказать, и тут нет. Это будет вообще край. Ой! О, есть, победа, ебой. Поехали. Так, что у нас? О, отлично. Так. Не покацать. Так. 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 Ты у нас кто? А ты? Так. Блин, надо было лучше танк поставить. Там как бы эффективнее. Давайте танк попробуем поставить. Что он по себе?
Ну. Хали-гали, пара трупов. Мэу. Крутелки-вертелки. Вот ему там, наверное, клёво. Ох, наверное, им клёво было кататься. Бесплатная карусель. Да, а тут у нас... А чего, в общем, здесь только... Я не понял, а тут кто? А, вон, я вижу, где он стоит. Ладно, окей. 80, 80. Давайте вот штаны поставим. Все равно лучше сводится. Все, пробежал. Давай, падай. Молодец. Все, можно считать, победа есть. Че, прикалываетесь? Нормально. Окей. На. Ходи сюда. Нормально. Хочешь покончить жизнь самоубийством, упади с крыши. Чего? Чувак, ну ты Валера, блин. Вилы на вилы. Ну давай, покончи жизнь самоубийством. Мэу! Эх, макароны, макароны. Победа. О! 8К. Ша, где на... Где наши карусели? А я вам устрою русскую рулетку. Так, это не тут. А, о. Поехали. Кто хочет покататься, подпрыгивайте. Ну, тут явная победа. Пушками по мордасам можно так получить, что... Вот интересно, как они стреляют и друг друга. Не перебиваешь. А, вон еще. Косю ящик, как эти машины идут. Да завалите вы их там, блин. Как мясорубку. Ух ты, здравствуйте, приехали. Ну давайте. Ну, давайте мы тут поставим. Сейчас вам прямо в двери. Нате. Заходите в травилы. Полетаем вместе. Первый пошел, второй пошел, третий пошел, четвертый пошел. О, мясорубка. Улетаю только. Да. Все? Ты что бишь? Одни шапки только отлетают. Все. Победа. Изи. Так, тут у нас что? Ты кто? А, еще один самоубийца. Так, это что? Так, лучники не хотят.
хватает меченосца. Блин, тут копье. Навряд ли так это. Так. Что у нас по копью? О! Давай ровненько. А мы тебя тут поставим. Ну, давай, самоубийца. Эх! Ну, что стоим? Оп! Ого, он еще и кидается. Ну и что стоим? А, что, что? Он забоялся и сам покончил жизнь самоубийством. Ну, ребята, у меня ж есть на этот случай танк. Это вам. Поехали. Полицейный. Как он в шапке летает. Мил, 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 мил. Король. Пошел вон. Пошел вон. Все. Получил по шапке и все. Так. 2000. Это у нас... А, это у нас мечи кидают, да? А кто это вообще такие? Маги какие-то, что ли? Ладно. Даже сын подсказывает. Ох ты, здравствуйте! Вот я теть вашу карамузу. А, да, это мечи, мечи кидаю. Только кого они там держат? Что, короля, что ли? Я не знаю, кто, но его... Я не знаю, кто, но его мечами нашпиговали очень хорошо. Вот эти меченосцы, вот эти вот. И колбасит так очень, как будто на дискотеку прошел. Уж накидали металла. Прямо как матрица стоял, у него мечи кидают, он непробиваемо. Ох, здравствуйте. Интересного. Интересно, а что ж можно на льду косить-то? Ну ладно. Мы вам это поставим. Моим поехали. Что ты там? О, наконец-то пушкой полажа, пока не получим. Сто. Теперь ты кто? Ага, меченосец. Меч на меч, ну давай, ну, что ты? Давай, побежал, 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 побежал и упал. Давай. Оп! Оп! И все, победа наша. Ну. О, ты живой еще, полукалека. Ты там на коленях ползаешь. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Все снимается только для вас. Все обновления. Вот сейчас решили поснимать эту вот прикольную криповую игрушку. Чего? Драгон какой-то? Ты кто вообще? Драгон. О, да. Все снимается только для вас. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайкосы. Колокольчик ставьте. Все снимается только для вас. Для наших дорогих подписчиков. Постоянно все новое. Куда побежали стоять? Тоже мне шашлык ходячий. Все нормально. Быстро.
О, 4000 опять. О. А вот сейчас будет хороший бой. Так вот, друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайкос, пальчик вверх, колокольчик. Ого, хороший бой. Чё? Пушка, чё не срабатывает? Вот это бой хорош. Ко мне накидали. Хранили танк. Нифига себе дали. Ладно. Не про канал, танк тут. Если танк тут нас. Поставим. Помогло что? Вообще? Как-то так он. И все сделали. Смерть, как я понимаю, или что? Да, все. Победа наша. Тут где кто? Я или чего-то не вижу, или просто... Ладно. Давайте тут поставим. Посмотрим. Дальше пока не буду ничего активить. А где кто? Чуть не понял, где кто? А вы больше никуда засунуть не могли? Вот откуда вышли, туда и летите обратно своими шапками. Ну вот интересно, они тоже вот так поховали хорошо. Ну, в принципе, да, и прям на логике. Выиграть бой. Эй, нормально развалили. Ладно, окей. Так. Это убираем. Где смерть? Смерть с косой. А вот так вам. Сейчас две смерти к вам в гости зайдет. Здравствуйте. Чайник поставили. А туки-туки. Дома есть кто-то? Ой. О, нормально. Так, опять 180. Там кто? Ага. Кто у нас? Ага, я понял. Если тебя снять, попробуй. С пикалета. Ну, огонь. Нормально. Люблю я такой бой. Бежал, бежал, оп, и все. Уже не убежал. Ого! А чё ж вы на моей карте-то делаете? Мне вот хороший... Вот. Очень хороший вопрос. В этом случайно берега не попутали, родные? А я, может, вас могу? А вот почему я у вас не могу, а? Ну, давай. А, там сейчас половина попадает. А я думал, тут лучше.
шафу крутить хер. Пенс. Пенс. Вот это он их откидывает. Пишите комментарии, самый хороший комментарий будет про лайкин обязательно. Написан хороший отзыв к вам. На ютубе мы еще совсем недавно, это вы уже знаете. Мы рассказывали еще в первом видео у нас. Ой, блин, ты куда же поехал? О, по шапке получил, аж отлетело. Ух ты! Здравствуйте, приехали. Твою, что за ногу, блин? Окей. Танки поставим, посмотрим, что из этого выйдет. Хотя она вряд ли, блин, против них танки поставит. Хотя, все возможно. Чего отдохни, мужик? Чего отдохни, я тебе сказал? Залезем. Что ты побахаешься? Чего, все, победа? Нормально. Отбег. Брат дачки. О, ладно. Вы так? Мы так. Вы все равно посижаете. Еще первый Алис. Второй Алис. Ну что, так и будем стоять. Ладно. Якобы засчитай мне поражение. Ладно. Поговорили. Мы проще возьмем. Раз, два. Поехали. Ай-яй-яй, типа попал. Ой, упали. Ой, упали. Мужики, как-то не Алис получается. Поехали покатаемся. Один вон катает, другой катает. Мне вот интересно, мужики, а вот это вот кто убил? Я что ли? Серьезно. Там типа кто-то улетел или что? Сейчас улетим, значит. Ой. Блин. Голову такая. Все, ништяк. Все быстро. Топорами там какой-то кент. А мы с винтовками стоим. Но. Пынт! Чего? Отбегал. Ну давай, еще один контрольный. Ой. А если ты ему прикладом из нас в ухо. Чё, как-то ему быстро отвешал люлей. А если с двух? Ну ни хрена себе ты прыгун.
Что, гороха переел с утра? Прыгает так. Это что? Шарик в жопу, что ли? Я же говорю, горох переел. Прыгун тоже мне. Спайдермен недоделан. Да ты прикалываешься? Ты, может, еще и до сюда допрыгнешь? Сейчас прикиньте, такой с паутиной. Бим-бим прям. Тоже мне Спайдермен. Мэм! Ну да. Ни хрена себе, ты Спайдермен недоделанный. Прыгун тоже мне. А класса. Да. Так, это кто? Сена тоже какая-то там ходячая. Так, ладно. Так. Я не помню, это кто? Ну ладно. Че есть? Ну нифига ты дал, блин. Че, все? Да. Ладно. Нас опять еще кидали метка. Было бы. Вообще хорошо. Кидают, непонятно. Куда? Ты кто? Бомба там какая-то. Зашибись, это вообще что? Чё, опять? Что это за неэффектное появление тоже? Давай. Да что в этом какие-то... Блин, с топориками это эффективнее, чем все эти взятые. Ага, так не хватит. Сейчас мы что-нибудь еще придумаем. Ты там стой, мужик. Никуда не уходи. Кто это? Ну ладно, пойдешь. Давай, ходи сюда. Нас тут трое. Что лежит? О! Втроем навалились. Хотя он, по-моему, и так полупокер какой-то был. А здесь что? Че, хлеба захотелось? Вам танка. Смерть с косой. И мечей. Посмотрим. Чья возьму. Сейчас вам тут надо. Я если, блин, проиграю, то буду вообще. Сразу, просто без вопросов. Нате вам подарок сразу. От Бога. Ну что ты там заблудился, ты или что? Да не закрывайся, что там все равно по шампану. Ты там что с кустом бьешь? Типа с кустом бьешься или что? О, чудо!
Типа сховаться решил или что? Это типа не я, это Кузь, да? Давай выходи. Кто тебя бить не будет, так пушкой в ухо получше. Нормально будет. Да давай ты вылазь уже. Или забыл дорогу обратно. Шлем надел, типа, героем сейчас. Этим. А вот, на тебе. Давай сыграем в бильярд. Или в боулинг. И же пейнс в голову прям. Кручу, верчу, стрельнуть хочу. Давай, кручу, 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 кручу. И же пейнс в голову. Чуха. Поехали. Так, танк, конечно, нельзя. Ладно. Что нам нельзя? Мы поставим, что можно. А! Хена бегает. Так, опять. А, это маг. Так. Так, попробуем так. Посмотрим вообще, что вообще. О, да. Недолго фантики разворачивались. Здрасте, приехали. Так, окей. А! Сейчас. Сейчас. Мечей вам подкинь. Поехали. Кем еще не будет? Погода, смотри. Чем мечей еще? Чё? Проиграл? Печально. Так. И куда ты пошел? Вот ты баран, блин, а не слон. Ну и куда ты? Ты прикалываешься сегодня. Ты баран больше, а не слон. Давайте дать балкач. Это все равно. Ну и куда ты поедешь? Нормально. Так,
тут у нас не прокатило. Так, где у нас коник? Ой, коник. Слоник. А, это не коник какой-то, а баран. Так, два. Все, нате вам. Капитал шоу Поле чудес. Я же пошел. Чего вы вдвоем барануете? Тоже мне два оленя. Ты там что, в зимние грибы пошел или что? Право в мозг. Молодец, вообще сам свой. Ну ты реально баран. Так, что у нас тут? Ё-моё, вы бы ещё куда заперли их? А сразу бы он лучше туда топили бы, да и всё. Так, ладно. Нате вам капитал Фаупулю чудесный. Эх! Сейчас тут половину так-то умирает. Тоже не капитал шоу были чудесные. Но капитал шоу были чудесные. Вот так на барабане сейчас там прыгать кому пушкой в ухо заехать. Чё, прям всем? Капитал шоу были чудесные. Да сразу лучше сами поубивали. Зачем приз убирать-то? Прикольно. Ну куда это поехал? Я, конечно, все понимаю. Где кто? А, вон стоишь. Ну да, бежишь ты прям аж волосы назад. Ну давай. Ну давай, беги, у тебя это получается. Ну давай, давай. Давай, беги, беги, давай, беги. Ой, их молодец. Ой, давай, учишься ходить. Давай, левой, правой, давай. Что, у тебя такие глаза? Мужик, остановись, воды попей. Ну да, на одном месте можно тоже устать. Ой, спортсмен, ой, молодец, ой, как старается. Копье в другую руку возьми, идиот. Мужики, больше ему перед боем не наливайте, он придурок. Посмотрите на его глаза. Он либо перебухал сегодня, либо он задолбался бежать. Мужик, ты, конечно, приколист от бога. Мужик, до тебя копье не пускает, кинь его, умри. Умри сам. А-та-та-та-та-та-та-та-та. На одном месте стоит и задолбался, у него глаза как перепил. Ай, блин, пушка, ты где? Ладно, поехали сюда. Если проедем, конечно. Ты там еще и прокатываешь? О, слез! Ох, ё-моё!
Ой, какие-то вывины. Да. Что, опять этот Человек-паук тут появился, блин? Бэтмен Форевер, блин. А. Так. Так, так, так. Сурикеном тебе... Что ли? А, не хватает. Так, ладно. Да, но у меня, конечно... А это кто? Чё за олень? Давайте оленя поставим. Чё за олень? Оп, спотыкнулся. Не проканало. Так, ладно. Троих скажешь. Ну куда вы там вообще стреляете, э? Идиоты. О да. Это ж как надо стрелять, чтобы с рук оружие выпало. Полупокеры, блин. Что у вас там сегодня танцы? О, да. Если мы вас ближе поставим, что вы на это скажете? Ты Бэтмен? О, да. О! Круто, хэдшот ему отвесил. Хэдшот. Угу, ясно. Ох ты, здравствуйте, ж приплыли, блин. Это вы, у вас там что, еще не... Летающих слонов? Или, или как вообще? Как вообще это понимать? Как это вообще понять? Только не говорится, что мы сейчас проиграем. Полутанк уже живой. Есть победа. Ого-го. Так, ладно. Тоже давайте танк попробуем поставить. Посмотрим вообще, что из этого выйдет. Явно. Застрял. Так, ясно. Здесь у нас ничего не вышло. Ой, блин, не то. О. Один тут, другой тут. Давайте так попробуем. Танк не справился с своим заданием. Ну,
шо вы там, блин, вдорничь? Пахло! Ну что ты стоишь? Смотришь на меня. Пошел. Что ты на него смотришь? Да бодани ты его, Зина. Что у вас там сегодня? Кто сильнее перетянет друг друга или что? Выпал. О, прошел. Стоило там посмотреть. А ты что? Хобот в другую сторону поверни. Ой, олень, блин. О, лучше ляж полежи. Ты или боком хочешь просунуть? О, ну, ну, ну. А этот вообще там по стенам лазит. Ясно, все с тобой, мужик. О, спасибо. Зашибись, мы еще и проиграли. Ладно, окей. Мы немножко облегчим им ситуацию. Мы вот тут ставим. На. Что опять? Так, ладно. Окей. Так, это у нас 4К, да? Угу. Хотя можно сделать по-хитрому. Вот так и вот так. Поставим смерть. Что еще и смерть не справится? Хотите на это? Там висит другой, тут висит летучек, выкалывается всякое. Есть победа. Две смерти, с этим справилась. Угу. Ну тут без меня видится, что я одна раз. Даже рядышком к вам поставил. Да еще один есть. Так, тут кто? Ага. Понял. Понял, принял. Драгон. Не факт то, что он прокатит. Упаль.
Виктор, победа. Тут у нас. Понятно. Далеко ходить не будем. Сразу вам привет. Ну что ты там, блин, танк, попадешь вообще сегодня? О, слава тебе, господи. Ну, наконец-то, Виктор. 2400. Окей. 2400, это 2400. Что это за спайдермены тут, летуны такие? А? Что, все, отлетали? А, ой, что твой? Что? А, все, Виктор. Победа. Отлично. Нация вам сектор приз. Аж два барабана вам. Что у вас там? Виктори. Тысячу 500. О! А нет, че у птичек хлебушек забирать? А ты будешь? А ты будешь? Она. На тебе, на. Ой, не прокачила, нифига себе, блин. Тебя сейчас обманем. Аву. Анна. Чё, опять? Ну ладно, фиг с тобой.
падает. Алкаш. Сейчас я этот прыгаю. Виктор, победа. Респектос. Я им танки поставлю. Посмотрим, как они с этим справятся. Полетаем, птички. Тут они валят. То не дали. Так, окей, где наша? Три штуки. У птички. Ну что, кому еще крылышки оборвать? Мне вот интересно, бой вообще можно начинать или они сами попадают? Ну и мы таких поставим, знаете. А, вон еще и... О, давай, падай сам. Ну да. Придется так делать. Так, у нас тут птички. Где наши? Раз, два. Ага, два. Так, окей. Два. Давайте двумя попробуем. Подписывайтесь на наш канал, дорогие друзья. Колокольчик ставьте. Внизу под видео находится. Пишите к... Рядом с кнопочкой подписаться. Подписывайтесь на нас. Пишите адекватные комментарии. Мы для вас будем снимать видео. У кого будет хороший, приятный комментарий, мы будем ставить сердечко. И возможно вы же попадете в наше видео. Мы озвучим, кто это сказал. Покажем, возможно, даже. Да что вы тут бегаете по кругу? Ралли мне устроили. Ралли. Догонялки. Ну подожди. Он устал. Лег полежать. А, догони. Я устал. Догони.
А я убегаю. А не догнал. Не догнал. А не догнал. А вот. Ай, чудики, блин, да, прикольно, поражать хоть можно. И коника вам похерать. О! Тыгадым-тыгадым-тыгадымский конь! Конь получил паук и решил, что я лучше пошлю. Ого, чем они там такие вазят, что их разваливают? Это не болит. Виктор и победа. Так, что это? Победа. Прилетел. Прилетел. Я думаю, можно кого-нибудь. Так. Птички. Птички. Угу. Попробуем, но если уже не получится, тогда будем переходить на другую уже запись. На следующий раз вот мы этот бой покажем. Не получилось. Ну ладно, друзья, на этом мы будем заканчивать наш видеообзор этой игры. Всем спасибо, кто оставался с нами, подписался на наш канал. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте колокольчик. Всем спасибо, всем пока-пока, с вами был канал Игроман, всем пока-пока.